Всем трилпил, пацаны, с вами Стас Гарфпрод. Подробнее о моих курсах либо в конце видео, либо у меня в личке по ссылке. Приступим, ща будет разрыв. Шаг первый, достать из закромов FL Studio старый, никому не нужный кусок говна. И это, конечно же, Fruity Slayer. Скорее всего, море плагинс, потому что у вас он, скорее всего, выключен. Набираем тут сла. И вот видим, у меня уже галочка около него стоит. Вы можете ее поставить или просто два раза по нему жмакнуть. Вот старый FL Studio Slayer, FL Slayer. Короче, он в старом дизайне, без вот этой модной фигни, которая появилась в FL Studio 12. Давайте сразу выберем вот здесь нужный нам пресет. Это будет вах какой дист. Вот этот дист вас вах-вах. Здесь выбираем ампринг мод. Добавим драйва, добавим фидбэка. В моде выбираем Solo Dynamics. И все. Вот такой вот будет наш пресет. Второй этап. Где-то надыбать бас, который будет с биткрашером, то есть вот этим звоном. А где его взять? Да я вам скажу, где его взять. 2000 лайков набираем, и я этот проект выкладываю где? В своем паблике ВКонтакте. Так что ставь лайк, если тебе нравится это видео, и ты хочешь поковыряться в этом проекте. Давайте напишем партию электрогитары. Она классная. У нас Fa diez, Phrygian scale. Кстати, у нас 160 ударов в минуту. И необходимо надеть наушники, чтобы что-то слышать. Да. Так. Звучит чуть-чуть хуже, чем первый альбом Птахи, но это ок. Просто мы это все сейчас Ctrl-B, Ctrl-B, Ctrl-B продлеваем. Выбираем все звуки, кроме последнего. Зажимаем Alt и чуть-чуть их продлеваем, чтобы получить такой небольшой слайдик. Но вы скажете, что это до сих пор звучит как зад Бигги Смолза при несварении. А все дело в том, что вы не знаете, кто такой Бигги Смолз. Отправляем это все на микшер. Включаем здесь Half-Time. Кстати, для этого можно просто нажать H на клавиатуре. И тогда выберется плагин, который начинается с этой буквы. Ставим здесь 1/8. Стиль. Круто. Классно. Еще добавим ревер. Но это совершенно не обязательно, но мы все равно это сделаем. Выбираем мой пресет Low Reverb. Как-нибудь что-нибудь где-нибудь покрутим, чтобы было круче. Добавим в это. Круто? Круто. Теперь пропишем бас. Бас здесь очень важная штука. Нам для этого нужно его, во-первых, сократить. Во-вторых, сократить и поставить корневую ноту Е. Потому что тут так написано. Бас на ноте Е. Это ми. Теперь прописываем. Поднимем только на октаву вверх. Отлично, паттерн готов. И это клонируем. И сделаем такую штуку. Вот так. Клонируем. И добавим слайд-ноту на октаву ниже. Вот так. Только нам нужно убавить немножко ерунду. И поправим на 7-й канал. Поправим на 7-й канал наш бас. И все. Класс. Но это еще не все. Здесь я хочу, чтобы было вот так. Вот, все, теперь мне все нравится. Еще мы можем сделать так, чтобы все гудело и пердело. Нам нужно на мастере Soft Clipper, у меня он уже вставлен. Вот тут крутим немного кроссовера и поднимаем низкие частоты. Добавим еще кроссовера. Чтобы бас все заглушал. Можем сразу прописать кик. У кика будет партия точно такая же, как у баса. Все, это клонируем. И еще нам нужно сделать вот так. Ну, можем кику немножко дать буста. Вот здесь вот буст. Ну и если очень хочется, можем отпилить ему хвост, хотя в этом большого смысла нет. Просто мы можем так сделать, это круто. Слишком много буста. И отправим на 8-й канал. Класс. Кроме этого, нам понадобится тривиальный набор удар... Простите. Я поясню для любителей лупов слово «тривиальный». «Тривиальный» — это значит обычный, ничем не выделяющийся. Нам понадобится набор тривиальных ударных. Каждый день учим новое слово. Ну или каждую неделю. Не так часто у меня ролики выходят. Вот это набор тривиальных ударных. Прям как ваши биты, когда вы используете лупы. Ставим снэр сюда. Ставим, делаем вот так вот. Делаем вот так вот. Ctrl-B. Окей. И клэпом делаем вот так. Выделяем, Ctrl-B, 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 все. Но клэп нам нужно сократить, вот так. Ну и можем сразу отправить все это тоже на микшер. Почему бы и нет? Ctrl-Shift-L, пуф. Теперь пропишем хай-хеты. В общем-то, партия у них простая до предела. Ctrl-B продлеваем опять же. Ну не надо было так сильно продлевать. У нас будет несколько пробежек, например, вот здесь вот включаем 1/3 и жмем Ctrl-U. Здесь делаем то же самое, только два последних
звучка уберем. Потому что так прикольнее. Теперь идем в панораму, выделяем все наши пробежки и куда-нибудь их распанорамируем, чтобы так было круче. Я зажимаю Ctrl-Shift и просто их выделяю. Все, правой кнопкой мышки вот так, вот так, вот так как-нибудь. Вот так, потому что это фристайл, он не должен быть сложным. И вот так. Крутанем Out, чтобы хэты были не такими выпирающими. И обязательно крутанем Shift. Так круче. Найс! Теперь добавим самый важный плагин в мире 3x-осциллятор. Просто жмем на 3, и он появляется. Вот так вот, вот так вот. Здесь выбираем вот такую форму волны, здесь вот такую форму волны, а здесь уже вот такую форму волны. Можно детюн тут, вверх-вниз, туда-сюда. Прибавляем громкость и... Самый лучший звук в мире. Еще мы можем сделать немножко envelope. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Чтобы сделать чуть-чуть релиза и добавить капельку атаки, потому что с атакой все звучит круче. Только не забываем зайти в панораму, выделить звук и альтом с левой кнопкой мышки вот тут вот нажать, чтобы сбросить панораму, чтобы все ваши звуки не смотрели куда-то по сторонам, потому что FL-ка запоминает последний выбранный звук. Только убавим немного. И отправим на какой-нибудь канал микшера. А я вам сказал, зачем нужно крутить детюн? Забыл сказать. Чтобы было стерео, потому что его не будет детюна, не будет стерео, а так стерео есть. Еще, чтобы все стало еще чуть-чуть круче, мы можем клонировать гитарку, нажать Ctrl-C, Ctrl-V, спанорамировать один на 20% влево, другой на 20% вправо. И за счет этого получить стереозвук, потому что один слэйер и другой слэйер на капельку звучат чуть-чуть по-разному. За счет этого и появляется стереоэффект. Если вы ту же самую ерунду проведете, например, с FL Case, то есть один влево, другой вправо, ничего не получится. Стерео не будет, потому что они будут звучать абсолютно одинаково. Теперь займемся обработкой вот этой байды. И на нее повесим, пожалуй, что? Fruity Reverb в первую очередь. Потом Fruity Delay 3, потому что Fruity Delay 3 это классная приблуда. Здесь выберем какой-нибудь Large Hall, увеличим им size. Убавим Wet просто. Здесь поставим Set 1/2 шага. Включим здесь Ping-Pong, потому что так круче High Pass, чтобы у хвоста не было низа. Крутанем вот так вот. Level где-нибудь в районе 18-16%. И Wet наполовину опустим и получим... Все равно очень громко. Вот так. И нам нужно добавить еще один эффект. Это грозбит. Нажимаем здесь GG и попадаем на грозбит. Жмем Enter. Здесь сделаем Single Curval. Здесь правой кнопкой мышки ставим точку. Смотрим на этом маленьком экранчике, чтобы здесь было значение 1.04. Это получается, что мы будем изменять только четвертую четверть такта. И здесь делаем так, чтобы значение было... 2 ровно. Но это невозможно, поэтому делаем правой кнопкой мышки сюда и жмем Type in Value и вбиваем просто 0.75. И получаем такой вот звук. Вот. И получается, что наша четвертая четверть такта — это третья четверть такта, только развернутая. Я понимаю, это тяжело, такты, четверти, все это фи-четверти. Короче, это ерунда. Просто так звучит круче. Теперь шаг номер 5. Сведение 1001 плагином. На самом деле нет. Просто нам из внешних плагинов понадобится Half-Time. Мы его уже использовали. FabFilter Pro Q и Ozone. И все. Вешаем сюда вот наш FabFilter Pro Q, потому что тут куча, огромная куча низа, которые нам нужно нахрен отпилить, потому что... Нам нужно сочетать это все со всем. Здесь мы сделаем абсолютно то же самое. Отпилим до черта низа. Ну и расширим хэты с помощью стерео-шейпера. А знаете, что еще можно расширить? Бас. С помощью Ozone и Major. Кроссовер куда-нибудь там на 200 с небольшим. Здесь делаем вот так. Включим обязательно стерео-вайс. Идеально. Еще для полной крутости нам не хватает кое-чего. Это сирена на наше интро. Отправим ее тоже на какой-нибудь там, предположим, второй канал микшера. Немножко растянем. Немножко добавим ей буста и немножко добавим ей ина. Ну и добавим ей еще громкости.
остался финальный шаг – бахнуть озон на мастер. Для этого бахнем озон на мастер с моими любимыми и с абсолютно стандартными настройками. Ну и шаг восьмой – разрыв. Вот такой вот бит и, возможно, трек получился. Короче, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк под этим видео. Когда наберется 2000 лайков, как я уже сказал, я выложу этот проект в своем паблике ВКонтакте. Вы сможете поковыряться, взять все сэмплы и все, что угодно, короче, сможете сделать с этим проектом. В разумных пределах, конечно же. И, в общем, на этом все. Как я уже говорил, у меня есть видеокурс из 3 частей по клауду, по трилу, по трэпу. Он от А до Я, он подойдет к новичкам. К нему приложено участие в закрытой группе, ответы на вопросы. В общем, вся фигня к нему приложена. И чтобы узнать о нем подробнее, напишите мне, ссылка на меня в описании. Он стоит 3290 рублей. Напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. Как я уже сказал, на этом у меня все. Подпишитесь обязательно на мой канал, если вы этого еще не сделали. Подпишитесь на канал Руслана, он тоже очень крутой чувак. И посмотрите любое другое видео на моем канале. Я над всеми над ними стараюсь. Я уверен, что как минимум несколько из них вам точно понравится. Так что нажмите на одно из этих видео. И все, с вами был Стас. Увидимся в следующем видео. Пока!